Всем привет, друзья, с вами Алекс и Механик. Всем привет, ребят. И сегодня мы играем в КРМП на нашем сервере StrixRP. Да, ссылочка на сервер есть в описании под роликом. Также там есть наши ники, которые вы не можете указать при регистрации. Да, потому что у нас еще не работает реферальная система, но скоро она заработает. Да. Итак, слушай, что такой высокий? А у меня пневмы нет, у меня русский пакет стоит. Знамя, по-моему, 2 копейки. Надо отрываться. То есть ты предлагаешь оторваться от... Ёб твою налево! Ты чё творишь, урод? Посмотри. Я видел. Расхерачил Мерседес. Я просто от них скрываюсь. Ну я просто, я не знаю, что делать. Ну что мне вот, мне надо ехать чинить Мерседес. Как я могу обозревать Мерседес, когда он вот в таком состоянии? В убитом, да? Ну это просто, ну ты ублюдок, чувак, вот который это сделал, ты просто конченый ублюдок. Это даже не смешно. То есть я люблю, конечно, посмеяться, но это вообще не смешно. Так, ну что там, развернулся? Я поехал обратно в город чинить машину. Потому что как можно снять обзор, когда он настолько раздолбанный, что даже рамки дверей оторвало. Понимаешь, рамки дверей. Как их мало оторвать. Ну вот. О, кто вот с тобой едет? Вот. Подписчики. Потому что там чья-то копейка была брошена. Ну это все. А у нас здесь нет ремонта, да? Только нет. На той заправке. Ох, нифига себе, черканул мордой. Так. Я, наверное, вот так вот пока сделаю. Ребят, не обижайтесь, пожалуйста. То, что не отвечаю сейчас, просто... Мы хотим снимать более качественные видео, по крайней мере, на нашем сервере. Мы пытаемся это делать. Это точно. Вот ездить там по правилам и прочее. Чатик немного это отвлекает. Сейчас вот здесь я напишу, пока стою. Так. О, нифига себе прыгаешь, как ты намерение на своем уверенно. А ты где? А, ты на светофоре. А я вот, да, на светофоре. Почему на красный. У меня красный, у тебя красный. Не знаю. Так, а я вот так вот проеду. У тебя зеленый уже был, да? Да. Как-то у нас нет синхронизации светофоров, походу. Возможно. Ну, вроде как проблемы никогда не было. Ну, такой, знаешь, по-моему, на всех серваках, потому что на многих серваках такое бывает, что едешь раз и стоят и те. Так, ну, мне нужно полностью отремонтировать. Полный ремонт. Слушай, голубой неплохо смотрится. У тебя, кстати, разбитые задние фары красивые были, черненькие. Да? Угу. Не, ну знаешь, целые все-таки как-то получше. Ну что ж, давай теперь поедем как-то мы и... А как там повороты включаются? Или их, наверное, нету в этом Мерсе? Не знаю. Слушай, у нас же там есть этот экспериментальный вид от первого лица вроде бы, да, или нет? А, наверное, есть. Честно сказать, не помню, мы его вырезали или не вырезали. Ну, а попробуй. Ой, ПКР 2. Скорее всего, на У, если он есть. И на У. На Y. О, блин. Врубил от первого лица? Да, круто. Так, ну-ка я тоже сейчас врублю. Колбасит, правда, нереально, но... Подожди. Я должен быть ближе к транспорту, то есть нужно выйти. А ты, наверное, тачку не ту выбрал. Или то. Нет, а я не через ПКР, я через Y. Не, я через ПКР сделал. Блин, стрёмно ехать. Это колбасит. А ну я смотрю на тебя, нет? А я не знаю, смотришь ты на меня или не смотришь. А ты посмотри в окно. Да, смотришь. А вот так куда я смотрю? Ну, тоже на меня. А, ну ладно. А ты куда смотрел, в другую сторону? Я назад смотрел. Черт, занесло немножко на Мерседесе, но ничего страшного. Блин, кажется, я ударил его. Нет, не ударил. Кого? Я вообще ни хрена не понимаю. Да ты вруби нормальный вид. Нет! Тихо! Тихо! Подожди. Что? Короче, у меня эта камера осталась на асфальте, а Мерседес уехал. Сейчас я попытаюсь отключить. Не, ну это же экспериментальная. Ну да. Как бы мы не гарантируем стабильной работы этого режима. Блин, у меня машина 1000 хп, а фара не работает одна. Ну, Мерседес, говно. А куда ты уехал? Я на трассу выехал, хотел с тобой затягаться. Я что-то заглючил. Это все от твоего этого, от твоей гидравлики. Так,
Сейчас я здесь стою, прогрею пока резину, пока тебя нет. Я сейчас напишу. Слушай, ну потрясающе выглядит Мерседес, мне прям очень нравится, прям офигенское. Очень крутой Мерседес. Сейчас меня подремонтируют, если это получится. А что, ты сломался? Да 1000 хп было этот, из машины вылез, обратно сел уже, минус 8. Просто бампер был слегка надорванный. Ну вот. Блин, я не знаю, что-то... Конечно, ускорения у меня такого прям нет, пушечного, но едет вроде неплохо машинка. Слушай, Михалыч, а есть кто мигалку может поставить мне сейчас? Не знаю, уже поздно, не могу сказать, есть кто сейчас вечер. Нет. Что-то смотрю просто светло на сервере, я думаю, наверное, еще день на улице. Нет, на улице уже далеко не день. Меня не хотят ремонтировать. Ты просто не нравишься никому, ты же чертов представитель власти, кому ты можешь понравиться, ну ты что? Давай уже, ну. Ну сейчас, погоняемся. Ну хватит тебе, ладно, у тебя бампер все лишь покоцан. У меня-то была вся машина раздолбана. Ну что там? Я пишу чуваку, можешь ремонтировать? Да. О, отлично, спасибо. Ну что, все? Починили тебя или нет? Да, починили. Господи, это было просто невероятно долго, и это ты? Ага. Да. Куда сейчас, едем? Сейчас я развернусь. На трассу уезжай. Эй, парень, аккуратно. На нашу трассу? Да. Может, против электрички нужно было затягаться? Против электрички не попрешь, у нее слишком большая скорость. Электричка слишком читерская вещь. Так, где ты? Направо или налево? Направо или налево ушел? Направо, ты же сам сказал на трассу. Все, хорошо. Ну, ты подождал меня чуть-чуть. Ну, не знаю, ты сказал едет на трассу, я и поехал. Мы бы могли прямо здесь ускориться, думаю, нам бы хватило места. Я думаю, мы сейчас с трассы направо поедем, с кольца направо. Правда, ни трухи нету. У меня тоже нет, так что все нормально. Скорость небольшая. И все нормально. Короче, я на кольце направо ушел. Ну ты подожди меня, ты сейчас прям сразу стартанем. Так я жду тебя. Я вот на кольце, ухожу направо. Тебя не вижу. Я тебя тоже. Ну куда ты? А вот ты. Ну а куда ты? А ты куда, а? Давай, давай! Сейчас я тебя надеру сзад. Ах! Чуть не помяли. Ездить не умеют. Протяни вперед. Права накупили, ездить не умеют ни хрена. Ну что ты делаешь? Так, ну, я готов. Слушай, у меня полный привет, походу. Ну а куда ты едешь-то? Стой, блин. Ну я, блин, с ручника хочу. Ну давай. Раз, два, три. О, давай, давай. Так, Ешка, давай. Тих. По-моему, я тебя дернул. У меня в салоне еще два человека, то есть всего три человека сидит. Почему этот парень едет максималка. По встречке? Все, у меня максималка. У меня я тоже. Я уже не могу больше ехать. Меня эвакуатор обгоняет, а что затормозил-то? Да занесло, потому что меня. У меня бампера теперь переднего нету. В смысле нет бампера? А куда ты его дел? Слушай, а давай по мосту втопим, у нас же здесь вот такая прям тоже ровненькая есть дорога. Сейчас будет она. Налево. Я мигалки хочу себе. Где-то сейчас. Ну, мигалки нужно тебе днем будет зайти, давай зайдем как-нибудь днем. И покажем, как это все выглядит. Я, в принципе, тоже хочу мигалочку себе. Ну, блин, а что тормозишь-то? Ну, тебя ждал. Слушай, так... у тебя, кстати, так классно тачка выглядит вот так вот без бампера. Посмотри. Ну, уродски. А мне нравится, очень круто выглядит, прям такой, типа, корчина недоделанный. Давай. Считай. 3, 2, 1. О, смотри-ка, в горку ты делаешь, походу реально у тебя полный, и за счет полного ты делаешь, но я сейчас по внутренней вот... Эй, что за хрень? Меня по чину ударил. Так ты меня ударил, ты меня подрезал. Бампера нету, что ли, да? Не, у меня вроде нормально все, фара... Сейчас ремонт нас обгонит. Половина бампера у меня нету. Я обойду вас сейчас. Сейчас обойду вас!
Или не обойду, ни хрена не могу войти. Вот так тогда сделаем. Блин. Хотел подрезать меня? Хотел, да. Ударить тебя в бочину, чтобы тебя развернул, но не получилось. Черт возьми, почему ты уходишь от меня? А какая у тебя максималка? 88. У меня 93, я должен догонять тебя. Нифига себе, эвакуатор занесло. Блин, меня тоже сейчас вот здесь он немного подбросило. Салончик. Москвичи убитые. Наш автосалон. Черт возьми. Слушай, а можно на картингах затягаться? Поехали на картингах затягаемся? Давай, давай, поехали. Кто из нас лучше? Потому что давай. Мне кажется, что прокладка у тебя хреновая. То есть типа, ты все-таки вот так вот, да? Ну надо ж как-то. Ты вот за это опять начал. Прокладки там какие-то, еще что-то. Ты завязывай с этим. Что делать? Ну ты завязывай с этим уже, хорош. Все нормально. Хорош. 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 Нет, я только не помню. А, вот здесь, да. Отлично. Где, где? Я ни разу не катался, если честно. Ни разу? Нет. Ты научишь меня? Не было? Ни разу. Это где вот это колесо обозрения? Да. Че, у тебя вообще ни разу не было? Нет. Ты научишь меня? Я тебя научу. Я сейчас подъеду прям туда. Все, Мерседес весь я расколошматил свой. Ну, прям вот как тупая это самая. П. П, да. Ух ты, ёп! Ни хрена себе, я даже не видел, что там такой жесткий подъем. Подъем. Блин! Чё? Ну что за... Чего? Картинг хотел арендовать, арендовал каким-то образом машинки. Сейчас переарендовал. Переарендовал. Так, ну-ка. Ну садись на чё, картинг. Чё, картинг надо, да? Да, не хочет. Ну я ж катался. Может быть ты слишком депутат? Или что-то такое? Сейчас я еще раз попробую. Не, а мне хочет тут на те сесть. На те штуковины. Да ё-моё, снова машинки взял. Почему он авто? Да ё... Слушай, а может быть из-за того, что у меня прав нету? Слушай, Михалыч, надо это пофиксить у нас. Касса продажи билетов автоматом на аттракцион машинки скидывается. Сейчас... Ну я нормально купил. Без у меня автоматом наверх. Я не знаю, сейчас почему у тебя займется. У меня тоже на ту хрень пытается сесть. Ну давай. Ты ж долбанный мэр. Наконец-то. Поехали. Михалыч, ты тут? Тут, пытаюсь тоже сесть. У меня не получается. Я сел уже. Я отбежал, прибежал, отбежал, бежал. Короче, у меня получилось. С трудом, но получилось. Так что давай, пробуй. Ого! Есть! Получилось? Да. Ну, видишь, а ты переживал. Так, и как мы будем гонять? Ну как, в город поедем? Да это же нон-РП, ты чё? Почему? А чё, на картинге я ни разу не видел, что по городу кто-то катался? Никто не катается на картинге по городу. Да ну, я видел. Только отморозки какие-то. А ты разве не отморозок? Я нормальная, посмотри какая чекуля, смотри. Отмороженная чекуля. Смотри какая. Чекуля. Поехали. Давай, чё, а какие гонки-то мы устроим? Просто дрэг-рейсинг? Да где-то станем, и кто быстрее доедет до Южного. Да просто здесь станем, и любыми путями, как доберемся до Южного. Кто первый? Давай. Ну, считай. Раз, два, три! Только не щемиться. Любыми прямо. Давай, до ремонта, да, там заправка, ремонт. Да, давай до той заправки, где ремонт. Ёб твою налево. А ты поставил себе маркер или нет, сволочь? Без маркеров. Какой маркер? Без мини-карты. Если карту открою, мне игра вылетит. Без мини-карты. Я ж картами не пользуюсь никогда. У меня ж игра вечно вылетает, когда я карту открываю. Карта это не для меня, Михалыч. Все понял, все. Тогда все нормально, все по-честному. Ты меня что, за картежника принимаешь? Не, ну мало ли, вдруг ты там захочешь или что-то как-то. Я же не знаю. Как-то не надо мне тут. Я же не знаю, как ты, что там нормально. Вообще. Только я не знаю вообще, я правильно еду или неправильно.
Я сам не знаю. Слушай, может, приз там полтинничек поставим? То есть на бабки ты хочешь сыграть? У тебя есть бабки-то? Ну, ты мне дашь, если что. То есть я сам себе дам денег? Но ты же админ. Сомнительно. Нет, я не админ. А, уже нет? Уже нет. Ну, ладно. А, ну, я мэр, я могу с этого с кассы с общака взять. А, ну ладно, ладно, хорошо. Так что деньги у меня есть, понимаешь, деньги не проблема. Все понял, все, договоримся. Давай, давай, на полтинничек попробуем, давай. 50 тысяч на кону, ребята, делаем ваши ставки в комментариях, кто кого надерет, кто да. первым приедет. Ты едешь по дороге или по полям? Я? Ну да, ну по просто. По полям еду. И я тоже по полям. Но я тебя не вижу. Я тебя тоже не вижу. Я что-то видел, что-то моргнуло где-то в полях, но я не знаю, это машина моргнула или говно какое-то. Так. Честно сказать, не знаю, какая это дорога вообще, та или нет. Блин, это слишком сложная херовина. Ну ты и выбрал. Потому что что-то поехало через поля. Кто? Не знаю, кто. Там что-то или кто-то или... Ой, не, нормально. Живые. Блин, это жесть какая-то, я не знаю, где вообще еду. Оу! Нет, мама! Почему мне кажется... Твою, ты точно, блин, впереди меня, потому что я еду где-то вообще в жопе. В Мухосранск куда-то приехал. Мухосранск такой у нас есть? Да, Мухосранск прямо. Да, чувак на велосипеде едет куда-то. Слушай, у нас велосипеды есть? Да, бесплатные, на респе, ты чё? Я уже и забыл. Я думал, там мопеды у нас стоят на респе. Нет, я мопеды просто, были при запуске. Их просто забирают, поэтому я их тоже ни разу не видел. У нас есть бесплатные велосипеды. Кто успел, тот, как говорится, и съел. Твою! Блин, меня перевернуло нахрен. Михалыч. А? Кошелек хочет потолстеть. Чё, ты уже приехал, что ли? Нет. А чё ты тогда говоришь? Ты подъезжаешь, что ли, уже? Сволочь. Как ты это сделал? Я лечу изо всех сил. Ублюдок. Ты обманул меня. В картинке, кстати, наверное, от первого лица было вообще круто, да? Почему ты обманул меня? В смысле? Зачем тебе это нужно? Ты что, уже приехал? Нет. Ну ладно. А ты приехал? Нет. То есть? Я уже несколько раз перевернулся. Я тоже перевернулся уже много-много-много раз, и я... Я знаю, где я еду. Тебе далеко? Я тоже знаю, где я еду. О боже, что тут происходит? Далеко нет тебе? Мне? Да. Мне нет. Да, быстрей топи, черт возьми! Так, куда мне надо-то? Не знаю, я запутался. Не знаю, мне наверх надо было. Блин, мне надо было наверх. Или нет? Нет. Куда тебе надо было, Михалыч? Нормально, все нормально. Топи! Мне надо просто топить. Слушай, может нам нужно сделать эвакуатор еще, чтобы была штрафстоянка какая-то? То есть у нас есть штрафстоянка, чтобы... только... Есть? Да. Еще не допиленная, да, у нас? Ну, как, она работает сейчас, но при перезаходе как бы можно это... Оттуда отделаться, так сказать. Ага. Потому что было прикольно утащить. У нас же есть функция, чтобы утаскивали. У нас и утаскивает наша штрафстоянка, она как раз находится в другом городе. Но сейчас вот, когда мы доделаем... Чтобы не работала вот эта фишка, что после перезахода все это обнуляется, тогда будет нормально все это функционировать. Mm-hmm. Давай, детка, давай! Пожалуйста! Я очень хочу выиграть. Ты слишком спокоен, я думаю, ты уже там стоишь, сволочуга. Я давно тут стою. Ах ты, сволочь! Ах ты, ублюдок такой! Как ты смог? Я же права-то не купил. А, то есть я купил, да? Ну, ты сам сказал, что у тебя их нет. А с чего ты взял? Вот именно, что они у меня вообще есть. Эх. Знаешь, я думал, мы с тобой друзья. Друзья друзьями, а 50 тысяч... Я думал, что мы с тобой друзья, вот, а ты как... Кто-то заправку взорвал. Заправки больше нет. Ну, понимаешь... Она горит. Нет заправки, нет чекпоинта, понял? Какой чекпоинт? Она мастерская, вон она там стоит. Ну, нет заправки, нет чекпоинта. Ой, по мне чуть не проехали. Слушай, попробую заправиться. Мне приходится на красный ехать, понимаешь? Я нарушаю правила собственного сервера. Я как? Просто красный ехал. Я перевернулся.
Слушай, ну заправка заправляет, походу. Но горит, да? Может, это у тебя жопа горит? Не, слушай, а если я зайду... Я призрачный гонщик. Я горю и еду. Так, вот. Ну чё, смотри-ка, я тут, я на заправке, тебя нет, значит, я выиграл. Я смотри-ка. Ты видел это? Я видел, как ты взорвался. Это было жестко, чувак. Да. Ой, ну что ж, наверное, на этом будем заканчивать. Думаю, да. Деньгу я тебе как обещал, отдам, как бы все по-честному, без обманулого. Я думаю, что мы можем что-нибудь подобное и с нашими подписчиками провести. Это возможно, точно. На следующей сходочке. Ребят, не пропустите следующую сходочку, следите за анонсами. Мы, наверное, предварительно за день или за пару дней предупредим вас. Будет она уже в ближайшие дни. Угу. И на этом будем прощаться. Надеюсь, видео понравилось вам тоже. Ставьте лайки, пишите комментарии, играйте вместе с нами на нашем сервере. А с вами был Алекс и Механик, и всем пока. Пока-пока, ребят.